зритель, вот перед снятием видеокарты 7790 своей решил сразу записать тест ее, потому что другая карта GeForce вообще купил, и там ну, дрова, все другое будет, все потом это обратно не ставить уже, если буду продавать, и попросят тест. Так, скачал Фурмарк, чтобы его затестить, температуру. Сфокусируется, вот она стоит. На 100% нагрузке сейчас жарится. M77 Series. M7790, частоты там, температура. Ну вот посмотрим, сколько она прогреется. 72-73 градуса было максимально. Сейчас открою на другом мониторе еще. Так, сейчас тут найду, где это. Производительность. Это радеоновская программа. Стандартно. Классная программа, прям из-за этого только не хочется менять. И по горячей клавише видео сразу записывает. Ну вот тут уже 100% нагрузка, частоты, температура 71. А здесь тоже 71. А где же? Сейчас хочу посмотреть, насколько кулер крутится. Тут, правда, у меня еще рендер на процессоре идет. Кулер на 200. Не на всю. И, в принципе, все, оно дальше не греется. 71-72 градуса. А, ну попробую сейчас я ее. Накрутить кулер. На максимум. Хотя на максимум все равно не крутится. 2600. Посмотрим, температура еще снизится. Ну да, 70 стало. Даже код смотрит. Отличная видеокарта вообще. За свою цену тем более. Тихая, холодная. Единственное, что, конечно, на сегодняшний вот и памяти очень не хватает. А я сейчас блендер изучаю. И, в принципе, для работы ее хватает в блендере. Ну, рендерить, понятно, без толку на ней. Как и на очень многих картах, намного дороже ее. Только на 1080 там, конечно, GeForce можно что-то там дома зарендерить. И то небольшой проект.
Он 67 градусов уже. Температура падает. Нагрузка также 100%. Никаких проблем нет. А так для работы карты вообще этой хватает отлично. Я даже сейчас пока еще не собираюсь ее продавать. Просто на будущее сниму видео. Если она долго пролежит, тогда уже может продам ее, чем зря лежать. А так бы и не менял. Но вот в блендере радеоны совсем плохо работают без CUDA. Там то прозрачность не работает, то интерфейс лагает, еще что-нибудь. Не все отображается. Поэтому купил GeForce с CUDA. Такую же карту от MCI купил. Потому что производители вообще отличные. По компонентам, по технике. Это с одним кулером карта, с медными трубками. Ну, я потом еще, когда ее сниму, наверное, допишу видео. Термопасту на нее я менял. Я ее когда купил, там с пломбами она была. Единственное, там было на кулере отломана одна лопасть. И он, ну, на оборотах каких-то там около 2000, наверное, он начинал тарахтеть. Поэтому я поменял кулер. И вот все. Все отлично работает. Ну и термопасту поменял, почистил, там все это обслужил. И года два, наверное, она у меня работает. 66 градусов. Это отключу, дальше смысла нет. 73 градуса. Это максимум, чего она набрала за вот это вот все время. Решил доснять вот. Вот с тремя мониторами прекрасно она работает. Единственное, что из-за того, что мониторы, один у меня только HDMI, а остальные старые там VGA, поэтому они через переходники все работают. И через переходники там, конечно, не очень параметры их настраиваются. И разрешение. Вот на этом разрешение нормально не ставится высокое. Поэтому там картинка такая. А так все отлично работает без напрягов. Вот она с одним доп. Питанием шестиконтактным. Где там? Синенькая коробочка. И вот как сейчас слышно, может, на телефоне пускай. В простое она почти бесшумная. Ну как в простое, при обычной работе. Где-то там 41-42 градуса она держит и спокойно, без напрягов работает. Отличная залгушка для рабочего компьютера. Ну вот я ее и вытащил. Вот такая вот карта. Кулерок. Небольшого размера. Вот эти трубки тепловые. Медные вот разъемы. Сейчас сфокусируется, может, плата. А вот это и замена. Может, компьютер не заметит разницы.